Привет, меня зовут Кирилл, и я хочу рассказать о том, как мы запускали и развиваем сервис чекбэк от ВКонтакте. Сначала пара слов о ВК. ВКонтакте сегодня это почти 100 миллионов активных пользователей, 10 миллиардов сообщений каждый день, 20 миллионов публикаций и 1 миллиард лайков ставится всему подряд. Самый охватный сервис в России – 37,5% россиян с 12 до 64 лет хотя бы раз в день запускают ВК. Почему я это говорю? Платформа большая, но любой новый сервис, который запускается, в любом случае это новый продукт, и нам каждый раз приходится находить решение для стандартных проблем любого стартапа, неважно, внутренний это стартап или какой-то внешний, то есть со своими инвестициями. Окей, что такое чекбэк с точки зрения пользователя? Все просто. Пользователь смотрит акции в чекбэке, покупает товары по акции в магазинах, сканирует чек камеры ВК и получает кэшбэк на ВК Pay. Сегодня у нас, мы чуть меньше года назад запустили сервис, и сегодня у нас уже больше 100 акций в каталоге и больше 2 миллионов МАУ. Но на старте у нас не было ни пользователей, ни рекламодателей, и нам нужно было каким-то образом придумать, как, собственно говоря, этих собачек загнать в сервис, и чтобы они побольше, почаще туда ходили, смотрели, участвовали в акциях. И я бы хотел рассказать о некоторых экспериментах, которые мы делали и которые позволили нам вырастить базу пользователей. Первым делом, конечно, мы начали запускать маркетинговые акции. Одна из первых акций – это была история с раздачей 15 рублей за хлеб. Мы раздавали всем пользователям по 15 рублей за сканирование любого чека с хлебом, булкой, лавашом, неважно чем. Не больше 2 раз в неделю на пользователя. Акция пользовалась хорошим спросом. Люди начали активно заходить в чекбэк, сканировать свои чеки. И, как видно, сразу после запуска акции у нас достаточно серьезно начала расти пользовательская база. Одним из приятных бонусов было то, что люди начали писать статьи о чекбэке, разные посты в соцсетях. И несмотря на то, что уже почти год назад эта акция закончилась, до сих пор все эти статьи висят, и до сих пор люди приходят, и мы получаем новых пользователей в чекбэке. Повеселились с хлебом, раздали там кучу денег, и надо было думать, куда двигаться дальше, каким образом немножечко оптимизироваться и чем еще привлечь пользователей. Договорились с десятком популярных брендов о размещении акций на их товары, при этом спонсировали кэшбэк мы все равно сами и раздавали символически 1 рубль за покупку любого товара. Выгода минимальная, но успех, на самом деле, акции был сравнимый с историей с хлебом, и большинство людей участвовали просто из интереса, по фану, и просто чтобы ощутить механику, попробовать, что происходит. К тому же, чаще всего понятно, что все равно эти товары часто в чеке есть. Понятно, что рубль – это кэшбэк супер минимальный, и там тот же тик-так, который рублей 40 стоит, это нечувствительная скидка. В результате получили очередной приток активных пользователей, при этом расходы по сравнению с акцией по хлебу были на порядок ниже. Понятно, что любой уважающий себя сервис должен сделать реферальную программу. Мы тоже так сделали и раздавали всем по 10 рублей за первый кэшбэк каждого приведенного друга. Сегодня у нас около 15% всех пользователей пришли по реферальным ссылкам. И тут интересный момент есть один. Люди
пишут статьи, я уже говорил про хлеб, про каждую практически маркетинговую акцию нашу, и многие коммерческие люди пишут статьи, посты, всякие разные ролики на Ютубе снимают. И чаще всего ссылка на чекбэк идет реферальная. То есть мы с помощью маркетинговых акций подкидываем им повод, чтобы делиться ссылкой, и они на этом еще и зарабатывают. Но, несмотря на то, что достаточно хорошо люди приходят на маркетинговые акции, они плохо остаются. То есть они остаются, конечно, но они очень редко мало заходят, не всегда присылают свои чеки. И несмотря на то, что у нас уже какие-то коммерческие акции к этому моменту появились, все равно чаще всего понятно, что в чеке ничего не сработает. А мы хотели мотивировать людей присылать нам чеков побольше, в идеале все свои чеки. Зачем, чуть позже расскажу. Мы придумали свою бонусную программу, раздаем бонусные баллы чекбиты и раздаем их в том числе за сканирование чека даже без акционных товаров. Раздаем 50 чекбитов за любой чек и даем возможность компенсировать в рубли по курсу 500 чекбитов на рубль. То есть, в общем, раздаем копейки за каждый чек, но за счет того, что мы еще сделали топ-100, то есть устроили такую геймификацию небольшую, люди начали достаточно активно сканировать чеки, и очень круто, на самом деле, эта бонусная программа нам подрастила ретеншн, подрастила активность пользователей, плато в 3 раза практически поднялось, и количество чеков выросло в 3 раза, количество кэшбэков 10%, на 10% выросло. Количество чеков там X3, а не ХЗ. Окей. Следующим шагом начали раздавать стикерпаки. Я не знаю, насколько все в курсе, но в ВК стикерпаки платные. Люди, конечно, это не любят, но продолжают их покупать. И одним из способов раскрутить любой продукт в ВК – это придумать свой стикерпак и раздавать его бесплатно за какие-то действия в сервисе. Мы придумали своего персонажа, белку чекки, и раздаем стикерпак порциями за разные действия в сервисе. В итоге в 2 раза еще выросло количество присылаемых чеков. На 15% за счет этого стикерпака мы подрастили количество кэшбэков и количество новых пользователей, приток. Хороший инструмент для привлечения, для реактивации пользователей – пуши. Мы рассылаем пуши с рекламой разных акций каждые 1-2 недели, таргетируем на целевую аудиторию и стараемся не надоедать излишне. Тем не менее, у нас около, с момента, когда мы начали рассылать пуши, у нас около 30% всех чеков присылаются пользователями после перехода по пушу. Сидят по пушам 10-20%, и вот на графике видно, соответственно, каждый скачок вверх – это новая рассылка. Хороший действительно инструмент, я думаю, что многие им пользуются, кто не пользуется, подумайте об этом. Но важно им пользоваться регулярно, там вот в январе мы немножко поленились, и уже видно небольшой спад, надо нагонять. Про поддержку. Изначально у нас поддержка была организована супер примитивно, просто форма обратной связи, люди писали, и мы дальше начинали с ними уже взаимодействовать напрямую, разбираться в сути их проблемы, что у них случилось, с какой акцией, в каком чеке и так далее. Было сложно, долго, дорого, и особенно на каких-то всплесках, на запусках новых акций происходили у нас завалы, и мы могли больше недели разбирать обращения. Мы оптимизировали инструменты для пользователя, дали возможность привязаться к конкретному чеку, оставили все взаимодействие внутри сервиса, чтобы не надо было никуда ходить, и для команды поддержки сделали удобные инструменты. Фильтры, теги, массовые операции и над чеками и всякие разные другие полезные, удобные штуки. В итоге мы смогли разгрести завалы. Один день теперь максимум у нас уходит на рассмотрение любого обращения. И это привело к приятным последствиям, так как когда у нас копились завалы, очень много обращений было однотипных. И мы
решали проблему слишком поздно, и люди продолжали напороться на одни и те же какие-то вопросы, ошибки в настройках акций и так далее. За счет того, что мы теперь отрабатываем любой запрос оперативно, запросов стало намного меньше, нагрузка на команду поддержки упала, и люди теперь чаще вот присылают нам котиков, а не какие-то проблемы. В принципе, на котиков приятнее смотреть, чем решать чужие проблемы. Окей, я рассказал основные кейсы, как мы привлекаем пользователей и каким образом мы их активируем, реактивируем. Но вопрос еще остается, каким образом привлечь рекламодателей в сервис, в чем ценность, зачем рекламодателям тратить деньги свои на раздачу кэшбэков и почему именно у нас. Что в целом на рынке со скидками творится? Сейчас очень много товаров продается фактически со скидкой, около 80% в ритейле, и больше 500 миллиардов рублей каждый год тратится на раздачу скидок. Скидок уже в магазинах стало так много, что люди просто перестают обращать внимание и на них, и на бренды, которые раздают эти скидки. Кэшбэк-сервисы, один из них чекбэк, по-своему круче, чем скидки в магазине. В чем основные наши плюсы? Мы знаем пользователя, его пол, возраст, географию, интересы, и можем подбирать самые релевантные акции. Мы собираем много чеков и имеем возможность анализировать историю покупок. Мы можем поощрять регулярные покупки, потому что мы знаем, кто это, как бы, что он уже покупал и что мы предлагаем ему дальше. И мы можем мотивировать не только деньгами, то есть вознаграждение, это не обязательно кэшбэк в рублях, это может быть разные другие призы. Вот, например, история с накопительной акцией. Плохо видно, но я расскажу. За покупку одного товара выдаем кэшбэк 5%, за покупку 5 товаров выдаем уже 10% кэшбэк, за покупку 10 товаров 20% кэшбэк. Понятно, что такой подход он мотивирует пользователей покупать регулярно, покупать чаще, покупать больше. Это повышает объем продаж, и это в то же время снижает расходы на людей, которые разочек купили. Ну, они разочек купили, мы им разочек 5% дали, и все. Хочешь больше, покупай больше. История с неденежными призами. Про стикеры ВК уже говорили. Бренды тоже очень любят ВК-шные стикеры. Вот, например, Честер выдаем за Читос, кошечку вот эту за Котекс. Там вот эти персонажи, это Дюрекс. В чем плюсы раздачи стикерпаков? Во-первых, для пользователя это часто хороший мотиватор, для рекламодателя это возможность постоянно напоминать о себе, да, когда пользователь пользуется этим стикерпаком, видит его, посылает стикеры из него, и он, и его собеседник, они постоянно натыкаются, собственно говоря, на бренд, и это, естественно, драйвит бренд. Окей, по поводу анализа чеков. У нас чеков достаточно много, люди постоянно их шлют, и это дает нам возможность анализировать в том числе какие-то результаты акций. Вот пример такого небольшого анализа. Мы взяли всех пользователей, которые покупали майонез, и посмотрели, сколько у них доля по конкретному бренду, это вот нулевой месяц, там в районе 17% было. Потом мы запустили акцию с этим брендом, и охват по тому же сегменту, то есть мы дальше смотрим тот же сегмент пользователей, как они дальше себя ведут, и вот эти вот красненькие столбики, или малиновые, это охват по тому же сегменту за время проведения акции. Охват практически вырос вдвое. И что приятно, даже после завершения акции мы видим, что пользователи продолжают уделять внимание этому бренду. Окей, а скидки в магазинах, про которые я там чуть раньше сказал, это, конечно, для пользователя намного круче, понятнее и
И очевиднее там, чем какой-то кэшбэк, в каком-то чекбэке надо заходить, смотреть эти акции. А тут у тебя вот на полке лежит там минус 20%, берешь сейчас эти сосиски, сразу все как бы, деньги сэкономил. Каким образом мы пытаемся с этим конкурировать? Мы в прошлом году провели одну акцию с Читосом, когда информация об акции была размещена прямо на упаковке. Это на самом деле очень круто сработало, мы видим по результатам, сравниваем эту акцию с другими. И ну, ключевые моменты, что мы привлекаем внимание к товару на полке, это позволяет полноценно конкурировать со скидками и к тому же рекламирует чекбэк. Окей, к результатам быстренько еще раз вспомним. Геймификация круто сработала, в 3 раза подняли ретеншн, реферальная программа и маркетинговые акции круто сработали вместе. Даем пользователям и мотив, и повод делиться своими реферальными ссылками. И пуши – отличный инструмент для реактивации. Пуши нам помогли повысить активность пользователей процентов на 30 примерно с точки зрения сканирования чеков и участия в акциях. Вот, в принципе, основные кейсы рассказал. На самом деле мы много чего еще делали. Если кого-то тема заинтересовала, подходите и готов поделиться какими-то еще инсайдами, интересной информацией. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кирилл. Вопросы? Кто-нибудь? Да. Привет. Спасибо за доклад. А расскажи, сервис зарабатывает вообще на чем-то? Да. А на чем зарабатывает? Сервис зарабатывает на проведение этих акций, то есть когда за любую акцию рекламодатель платит не только кэшбэки, но и платит за непосредственно размещение, за участие. Но плюс история конкретно ВК-шная, когда мы раздаем стикер-паки, это каждый раз спецпроект, и там отдельная монетизация, отдельная история. Там. Но вот в истории с хлебом, такой самый интересный и, наверное, дорогостоящий, оплачивали полностью вы эту историю, это не партнерка? Да, это маркетинговые бюджеты, потому что хлеб делает кто угодно, и понятно, что... Я понял, спасибо. Спасибо, еще вопросы? Если еще что-то вспомните, Кирилл, можно будет наверняка поймать... есть еще Кейбл. Привет, спасибо за доклад. А зачем вы решили запустить сервис? Несколько мотиваторов было. Во-первых, мы в принципе пробуем, экспериментируем в разных направлениях, потому что ну, потенциально как бы, аудитория в ВК большая фактически, и есть определенный потенциал для того, чтобы этой аудитории что-то допродать, дать какие-то новые сервисы, дать новые возможности. С одной стороны, и с другой стороны, в целом рынок со скидками он достаточно большой. И с точки зрения коммерции, конечно, хочется на него влезть. Там много денег. Дополняющий вопрос? Не слышно, да? У меня дополняющий вопрос. То есть все-таки это для того, чтобы больше заработать денег или там, не знаю, повысить engagement там, публики ВКонтакте или retention? Ну, как бы оба ответа, да. И то, конечно, любые активности, они направлены в первую очередь на рост сервиса основного большого. Но и для того, чтобы эти сервисы существовали, они, тем не менее, должны приносить деньги. Кирилл, привет, да. Спасибо. Подскажи, пожалуйста, какое проникновение ну, данного сервиса в платежеспособную аудиторию? Ну, сколько человек воспользовалось, ну, то есть отсканировало чеки уникальных пользователей, сколько? Ну, в доле, в процентах, от месяца к месяцу хотя бы рост. То есть процент тех, кто заходил, к тем, кто получил кэшбэк? Или ну, как? Можно так даже, да. То есть кого это заинтересовало? Ну, на самом деле сильно растет, и показатель этот очень сильно зависит от того, какие акции в сервисе размещены. И не только от продуктовой истории, да, а скорее от коммерческой. То есть если там ничего не будет, то там в любом случае будет, понятно, ноль. В принципе, в идеале там где-то процентов 20-30 доходит до кэшбэка, если... Это от входящего потока, да. Ты имеешь в виду? А от месяца к месяцу динамика какая? Ну, например, первый месяц запуска сервиса, второй, третий. Ну, в 2 раза. Ну, оно растет.
Опять же говорю, то есть бывает, что запустится популярная акция, она подскакивает. Заканчивается популярная акция, она падает. В целом, ну, наверное, вначале вообще было ноль. Да, сейчас 30, но как-то так вот росли. А еще последний вопрос. Дальнейшее развитие какое видите? Может, партнерка какая-нибудь с банками или с платежками, с платежными системами? Разные есть варианты. На самом деле, ну, какие-то ключевые вещи стартовые мы прошли. И сейчас у нас основное развитие – это новые какие-то механики, новые запросы от тех же рекламодателей, да, и пытаемся, ну, скорее успевать за рынком в первую очередь. Партнерки рассматриваем разные, общаемся, но там надо уже конкретно в деталях. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Окей, спасибо большое, Кирилл. Спасибо.